пришедшие на не в землю нашу полегли когда-то, а превратились люди, вернувшиеся с войны и дожившие до наших дней, для молодого поколения живая история. Павел Елизарович Чернояров ушел на фронт в 16, прошел всю войну. Израненный в госпитале встретил победу. Со слезами на глазах говорит, что все было не зря. Я радуюсь, что вы вот в таком возрасте все милые, хорошие, одетые. Меня душа радуется. Мы не зря добывали победу. Те миллионы и миллионы, которые полегли, не зря. Эстафета «Салют Победе» – это прежде всего знак уважения к истории своей страны, которую так нужно прививать детям. Седьмой этап, посвященный городу-герою Смоленску, продолжается в округе. Одной из точек большого маршрута стала Барвиха. Пришло время передавать символы эстафеты следующему поселению. Знамя Победы, гранаты РПГ-40 и клятва партизана перешли на временное хранение в Успенское. С каждым годом к эстафете присоединяется все больше населенных пунктов. И не только нашего округа. Власиха, Руза теперь ее ждут в Краснознаменске. То, что мы делаем этим проектом, посещаем каждые города и села Одинцовского округа, это позволяет не только прийти каждому ветерану, но и поговорить с ним по душам. Поделиться опытом, как же он защищал свою родину. И все, что мы собираем по крупицам, мы передаем нашему подрастающему поколению. Поэтому к эстафете относятся бережно. Хранить символы победы ответственно и почетно для каждого населенного пункта. В сельском поселении Успенское они будут находиться до 26 марта, затем отправятся в Назарьевское. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».